Дорогие мои друзья, поздравляю вас с праздником великим, покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Православные церкви, живущие по юлианскому календарю, всегда отмечают покров 14 октября, то есть сегодня. В этом году покров приходится на понедельник. Праздник покрова в славянской традиции – это встреча осени с зимой, которая покрывает белым снежным пологом Матушку-Землю. В истории возникновения этого праздника рассказывается о том, как Богородица укрывает землю и ее жителей от бед. Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом, и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас, мои дорогие. Святой покров – живая благодать, легчайшую вуалью покрывает, и в этот день хочу я пожелать, пусть Богородица от бед хранит и защищает. С покровом!